Друзья, всем привет! Мы находимся в Сан-Франциско, в Golden Gate парке, где проходит пикник в поддержку Украины. Расскажите, пожалуйста, о мероприятии. Это благотворительный пикник в поддержку Украины. Мы готовим сами еду. У нас очень много волонтеров, которые готовят сами еду и раздаем ее людям за donations. Все вырученные деньги отправляем в Украину в разные точки для поддержки волонтеров и защитников, которые на передовой. То есть мы сначала делали это через фонды, через Новую Украину и другие, но, к сожалению, деньги в Украине не могут люди получить на месте, те, которые нужно. Поэтому мы начали поддерживать своих родственников, друзей, соседей оттуда. И поскольку все представители здесь с Украины из разных частей, каждый поддерживает свой какой-то регион. Поэтому мы готовим, эти деньги выручаем и отправляем туда им непосредственно. То есть сегодня продаем, завтра они уже эти деньги получают там. То есть это персональная помощь такая конкретная? Персональная, локализированная, да, такая направленная помощь. Спасибо. Да, пожалуйста. Вареники с чем? Картофельные. Мы на таком... Вареники чрезвычайно вкусные, прямо как в Киеве. Винегрет чрезвычайно вкусный. Поддержал Украину донатом. Слава Украине! Желаем скорейшей победы украинцам над путинскими оккупантами. Golden Gate Park — это парк фактически в центре города, то есть прям в середине Сан-Франциско находится, смотрите, практически дикий лес такой. Реально очень крутой парк, я уже несколько раз показывал у себя на канале. А вот на выходных традиция, американцы всегда выходят в парки на пикники с детьми и так далее. А вон впереди мы видим уже бело-сине-белые флаги русского оппозиционного комьюнити, флаг Свободной России. Под этим флагом, кстати, сейчас батальон «Свобода России» воюет на территории Украины, которые как раз воюют за Украину против путинских оккупантов, за свободу России. Вот вы видите бело-сине-белый флаг и украинский флаг. Это русская комьюнити собралась. Червона рота. Вы будете петь. Все будут. Очень тяжело правокурсный петь. Все начали. Тебе те чари, я без тебе все дни у полоне печали. Червону руду не шукай вечорами, ти у мене єдина тільки ти, о ти. Тобто я рода, твоя чистая вода. Формируется батальон «Свобода России». Давайте, все знают. Ты помнишь, как все начиналось? Все было впервые вновь. Как строили лодки, лодки звали «Севера, Надежда, Любовь». Как дружно рубили канаты, и вдаль уходила земля. И волны напели, и каждый пятый, как правило, был у руля. И у дна за тех, кто в море, за тех, кого любят.
бросит, то цену свою найдет. Спасибо.